Сочинские школьники слились в губернаторском вальсе. На паркете медалисты, победители спортивных соревнований, научных конференций, лауреаты творческих конкурсов и фестивалей, волонтеры, лидеры школьного ученического самоуправления. Конечно, многие школьники уже этим интересуются и собирают портфолио. И очень многие, приходя к нам, рассказывают о том, что они общались уже с ребятами, которые побывали на губернаторском балу. И для многих это большое стремление и большое достижение попасть на этот бал. Таким достижением теперь могут похвастаться 30 сочинских школьников. Сегодня они активно готовятся к этому грандиозному для всех выпускников событию. Уже полтора месяца усердно репетируют. Разучили 8 абсолютно разных танцев. Вальс, твист, танго, джайв, сальсу – хастл, атаманочку и блюз. Движения классические, музыка современная, та, которую сегодня слушает молодежь. С ребятами работает профессиональный хореограф. Елена Коновалова замечает, многие дети впервые пробуют себя в танце. И то, чему они научились сегодня, большое достижение. Очень многие, которые вообще не занимались хореографией, поэтому на первых этапах было немножечко и страшновато для них. Но сейчас постепенно уже как-то они выравниваются. Мы, собственно, почти уже готовы. Вот, мы сейчас работаем, уже остались такие над характером танцев, потому что они разнообразные и по характеру, и по стилям. Танцевать в Краснодаре юноши будут в черных строгих костюмах и бабочках, девушки в длинных белых платьях и перчатках. Настоящий бал. Чувствовать себя Наташей Ростовой по-прежнему мечтают многие девчонки. Среди них и отличница, и художница Елизавета Полянцева. Я не скажу, что у меня хорошо получается, но я думаю, что я делаю с душой. Вот, это самое главное. Плюс мне повезло с партнером. И, конечно же, я познакомилась здесь с ребятами. Я очень рада, что меня выбрали. Я представляю, я в большом предвкушении этого вечера. У меня уже готово платье, по секрету расскажу. Вот, и я очень жду. Ребята уже провели 2 репетиции в Краснодаре. В понедельник поедут на очередную. Всего же в балу примут участие 1500 лучших выпускников со всего края. Бал пройдет в 12 раз и уже во второй под открытым небом на площади перед законодательным собранием края. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.